Сегодня республика простилась с Валентином Шурчановым. Бессменный лидер чувашских коммунистов ушел из жизни на 74-м году. Как депутат Государственной Думы нескольких созывов, Валентин Шурчанов всегда руководствовался интересами республики. Несомненно, это очень большая утрата для нас. Валентин Сергеевич, несомненно, снискал уважение всех тех, с кем он взаимодействовал. Прошел очень богатый событиями, насыщенный содержанием жизненный путь. И, находясь в сложнейших обстоятельствах для республики, для страны, смог находить нужные решения, сплачивать людей для того, чтобы их реализовывать. Вся его жизнь была связана с коммунистической партией. Он не изменил ей даже в переломные времена. Возглавляя республиканский комитет, старался привлечь в ряды коммунистов молодежь. Он пользовался большим уважением однопартийцев. Неизмеримая боль, неизмеримая утрата, смерть вырвала из наших рядов одного из самых видных руководителей нашей республики. Мудрый, опытный в делах, Валентин Шурчанов много сделал для республики. Умирают не люди, умирают миры. Мне кажется, именно о таких и о таком, как Валентин Сергеевич Шурчанов, сказаны эти слова, и они достаточно лаконично, емко и содержательно характеризуют этого человека. Валентин Шурчанов – неотъемлемая часть политической истории республики. В памяти многих он останется добрым другом, верным соратником и опытным наставником. Наталья Мальчикова, Александр Магарин, Андрей Шоклев. Республика.